Здравствуйте! В эфире телевидения «Анапа регион» программа «Письмо Деду Морозу». Пока наш дедушка занят новогодними хлопотами, читать ваши письма будем мы, Аня и Алена. Новый год по праву считается самым любимым и самым сказочным праздником. Ведь все мы помним, с каким нетерпением каждый ребенок ждал Дедушку Мороза и с каким трепетом открывал каждый подарок, лежащий под елочкой. Надеемся, что мы сможем помочь всем, кто пишет нам на новогоднюю почту. И первой счастливицей стала Кристина. Вот что она пишет. «Привет, Дед Мороз! Я обожаю ювелирные украшения. Постоянно посещаю выставки в поисках новинок. В новогоднюю ночь мечтаю найти под елочкой драгоценный подарок. Приступим к поискам!» Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые тянут нас как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Их блеск и окраска возбуждают удивление и восхищение. Именно поэтому с самого момента открытия салона магазина «Тайны Медной горы» сюда с неимоверной силой влечет всех любителей загадочного и прекрасного. Здесь приятно просто находиться, не говоря уже о возможности приобретения какого-нибудь украшения. Бусы из натуральных камней всегда были желанными для женщин, потому что ничто так не дополняет и не притягивает восхищенные мужские взгляды природной красоте прекрасных дам. Как бусы и колье самоцветов – это очень яркие и необычные украшения, которые выгодно подчеркнут индивидуальность. С легкой руки талантливых ювелиров органично слились воедино драгоценные камни с благородным лунным металлом. Изделия серебра 925-й пробы доставят вам истинное удовольствие. Высококлассные изделия серебра станут приятнейшим пополнением личной коллекции или памятным подарком близкому человеку. Есть украшения, которые приводят в полный восторг. Например, такой комплект из топаза достоин самой королевы. Более благоприятными для ношения считаются камни, которые связаны с зодиакальным созвездием, господствующим в небе в момент рождения. Если в астрологии вы не сильны, в салоне обязательно подскажут, какое украшение вам принесет целительную пользу. Настоящие ценители прекрасного понимают, что авторские изделия никогда не выходят из моды. Они занимают достойное место в коллекции салона. Это работы уральских мастеров, давно снискавшие себе настоящую славу. Изделия из рубинов, изумрудов, опалов, бирюзы и многих других камней вы без труда найдете здесь. С одной стороны расположились цирконы, справа прекрасные малахиты, глаза разбегаются. А это серебряные часы от торговой марки «Ника». Настоящий шедевр часового и ювелирного искусства. Роскошные круглые, изысканные овальные, светские прямоугольные и новомодные квадратные. Любые из них, состоящие из нетронутых чар серебра или инкрустированные фианитовыми капельками, станут желанным подарком под елочкой. В преддверии новогодних праздников салон-магазин «Тайны Медной горы» приготовил для своих покупателей очень много сюрпризов и подарков. Уже с 15 декабря начнут действовать новогодние скидки и акции. Например, при покупке на сумму 5000 рублей в подарок получите сертификат номиналом в 1000 рублей. Магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Переходим к следующему письму. Вот что пишет нам Людмила. «Дорогой Дедушка Мороз, вышли мне, пожалуйста, пару туфелек, но таких, которых ни у кого не будет. Хочу быть королевой бала на новогоднем банкете», пишет нам девушка. Вечерняя обувь – вторая по важности деталь новогоднего образа. И мы, конечно, поможем Людмиле. Модная обувь настолько разнообразна, насколько неповторима каждая женщина. В новых коллекциях обуви в магазине «Милана» найдутся модели для самых требовательных модниц производства Турции и Италии. Дизайнеры предлагают в этом сезоне богатый выбор моделей – от самых простых до необыкновенно роскошных. Творцы модных шедевров разбивают наше представление о том, что осень и зима – это время для серых и черных тонов. Здесь тоже есть место сочным краскам. Белая, бежевая, красная, оранжевая или синяя обувь на фоне серых улиц будет выгодно выделять вас из общей массы. На передовой позиции находится высокий каблук. Именно он диктует моду. Последний модный тренд – туфли на внушительной платформе, завершенной каблуком-шпилькой немыслимой высоты. Неординарные сочетания лаковых и матовых поверхностей, дополненных лентами и декоративными шнурками, вызывают восторг и внимание сторонних наблюдателей. Одна пара замшевых сапог может в секунду облагородить образ и придать ему неповторимый шик. Многие дизайнеры обильно украсили обувь мехом. Им в новом сезоне оторочены ботильоны. Для любительниц плоской подошвы в осенней и особенно зимней обуви по-прежнему остаются в моде так называемые уги. Такая надежная обувь в холодную пору дарит стиль, легкость, а главное комфорт и тепло.
В магазине «Миланова» ждут новогодние скидки. Последние пары в размерном ряду можно приобрести в полцены. Поверьте, это очень выгодное предложение. Но вернемся к цели нашего визита в магазин «Милана» – поиску вечерней обуви. А знаете ли вы, что для обуви тоже существуют украшения? Скромную пару туфель можно превратить в ультрамодную, всего лишь добавив аксессуары. Это могут быть браслеты, клипсы, кольца на каблучки, украшения для туфель на ремешке и цепи. А вот и та самая пара туфель, за которой мы и пришли в магазин «Милана». Классические белые лодочки с помощью обувных аксессуаров превращаются в изысканное украшение для ваших ножек. Очень интересное письмо нам пришло от модницы Кати. Она тоже просит подарок. Здравствуй, Дед Мороз. Готовь сани летом, пословица, увы, не про меня. Наступила зима, кроме пальто в моем гардеробе ничего нет. Я давно мечтаю о шубе из натурального меха. Так как мне 30 лет и я творческая личность, то шуба должна быть эпатажной и стильной. Надеюсь на твой вкус, Дед Мороз. Найти такую шубу для нас не проблема. Твоя просьба, Катя, будет выполнена. Задуматься о теплых меховых шубах самое время. А мы вместе с магазином «Версаль» окажем вам в этом посильную помощь, рассказав о модных тенденциях зимы 2012. Тем более, что стильные вещи в этом году будут доступны широкому кругу модниц и модников, ведь дизайнеры позаботились о вкусах и возможностях каждого. Если говорить об изделиях из натурального меха, то их ассортимент в «Версале» очень широк. Пальто, дубленки, куртки, жилеты. А также большое количество аксессуаров – сумки, перчатки, шарфы и шапки. Лидеры мира высокой моды непременно включают в свои коллекции меховые головные уборы, экспериментируя с покроем, цветовыми сочетаниями и направлением ворса. Теперь непосредственно о шубах. Популярны и стильны зимой короткие меховые изделия, едва прикрывающие поясницу или немного выше колен. Очень часто меховые изделия комбинируют с кожей. В последнее время это стало особенно актуально. Такая одежда отличается изысканностью и оригинальностью. К тому же она еще и практична. Какая зима без песца? Сочетание этого оттенка с потрясающим мехом производит просто незабываемое впечатление. Модный покрой в этом году будет выделяться большим воротником и манжетами, играющими на контрасте. Нельзя не отметить и, возможно, не очень практичные зимой, но великолепно смотрящиеся жилеты без рукавов. Универсальная и очень модная вещь. Вариаций таких жилетов вы можете увидеть достаточно много, начиная от очень коротких жилеток для юных девушек и заканчивая удлиненными классическими плетальными жилетами для зрелых дам. В сети магазинов «Версаль» покупательницы также могут подобрать вечерние платья, а мужчинам, кроме головных уборов, предложат дубленки и кожаные куртки. В магазине действует гибкая система скидок, а также все вам понравившееся можно приобрести в кредит. Пора вспомнить о цели нашего визита и найти шубку, которая придется по вкусу нашей героине. Расклешенные к низу шубы А-силуэта, а также шубки немного ниже колен с расклешенными рукавами – вот на что надо обратить внимание в первую очередь. На сегодняшний день жемчужно-серый цвет считается самым модным. А уж в сочетании с роскошным и пушистым мехом песца он смотрится вообще непревзойденно. Именно такая станет отличным подарком для молодой, стильной и современной женщины. Итак, переходим к другим письмам. Раиса Глазкова нам пишет. Я собираюсь на новогодний корпоратив и никак не могу подобрать себе вечернее платье, которое бы отвечало всем модным тенденциям и было бы доступно по цене. По скрипту. Я никогда не носила классическую одежду, так как предпочитаю спортивный стиль. Думаю, что 2012 год станет для меня годом перемен благодаря тебе, Дедушка Мороз. Мы знаем, в чем встречать Новый год, и с удовольствием подскажем Раисе. Тем более, перевоплощение в другой образ – это шаг ответственный и серьезный. Задача каждой женщины – подобрать себе новый образ на новогодний праздник. По восточному календарю 2012 – год водяного черного дракона. Любимые цвета хозяина Нового года – черный и золотой, а также все оттенки синего. Платья этих цветов всегда выглядят красиво, элегантно и торжественно. Много блеска в наряде также отметит символ года. В магазине «Дива» вы найдете разнообразие вечерней одежды для торжественных мероприятий. Праздничная одежда, представленная здесь, сочетает в себе последние модные тенденции и элегантную классику, которая находится вне времени. Безупречный крой, качественные ткани и прекрасная посадка по фигуре. Именно этим отличается одежда турецких производителей. Продуманные детали шикарных вечерних платьев сделают вас настоящей королевой бала. Украшают модные коктейльные платья, в основном асимметричные вырезы. Также очень актуальны сейчас платья со шлейфом, которые смотрятся дорого и обладают особым шармом. Что касается материалов, то здесь признанным лидером являются шелк, трикотаж, бархат, шифон и кружево. По-прежнему уместны вечернее платье с вышивкой и аппликацией из кристаллов и бисера.
Дополняя вечерний наряд аксессуарами и необычными деталями, вы всегда сможете изменить свой облик и добиться неожиданного эффекта. Шикарное вечернее платье или очаровательное платье для коктейля, что бы вы ни выбрали, главное, чтобы в этой одежде вы чувствовали себя комфортно. Продавцы-консультанты магазина «Дива» помогут подобрать вечерний наряд, подходящий именно вам. Для постоянных покупателей здесь скидки. Также с большой скидкой можно приобрести модель прошлой коллекции. Черный дракон – животное сказочное, и яркие карнавальные наряды придутся ему по вкусу. Поэтому, выбирая цвет и фасон вашего платья, не стесняйтесь проявлять фантазию. Мы нашли идеальное платье для встречи Нового года, и вам советуем поспешить в магазин «Дива». Следующее письмо пришло у нас от Александра. Ему 22 года. Он обращается с просьбой о помощи. «Дед Мороз, я сомневаюсь в твоем существовании, но все же решил написать. Может, ты и поможешь мне? Я люблю клубные тусовки и всевозможные вечеринки. В каком анапском клубе можно круто отметить Новый год?» Ну, зря вы, конечно, не верите в Дедушку Мороза. Несмотря на ваши сомнения, он уже разведал обстановку и знает, где можно оторваться в новогоднюю ночь. Умные и находчивые люди занимаются поисками места, где можно отметить самый волшебный праздник заранее. Сегодня стало модным встречать Новый год в ночном клубе. Это более молодежный вариант. Приглашенные диджеи, огромный танцпол и светомузыка настраивают тусовщиков на веселье до самого утра. Новогоднюю ночь проводятся маскарады, где все присутствующие одеваются по заданной новогодней тематике. Ведущий предлагает поучаствовать в конкурсах, дарит призы. 31 декабря развлекательный эпицентр и клуб «Рич» приглашает всех на вечеринку 2012. Приходи в самый зажигательный клуб города и бурно встреть наступающий 2012 год. Вас ждут подарки от Деда Мороза и, конечно, отличная музыка на всю ночь. Энергия, танцы до утра, молодость, особое чувство беззаботного времяпрепровождения. Вот что такое новогодняя ночь в клубе «Рич». Сексуальные гоу-го и свиты Дедушки Мороза будут зажигать бенгальские огни в сердцах. А у каждого из вас будет уникальная возможность вручить старику свое письмо с желанием лично в руки. Все девушки, пришедшие в костюме Снегурочки, получат подарок. В эту ночь вас будут развлекать и заставлять танцевать самые талантливые и позитивные диджеи России и Европы. Диджей Нейтрино, а также обаятельная певица Юлия Ласкер. Такого в нашем городе еще не было. Вот только по предварительному заказу столов, а их количество ограничено. Поэтому постарайтесь прояснить этот вопрос заранее. Дисконтная система скидок новогоднюю ночь не действует. Не зная, где клубится анапская молодежь, приходите в развлекательный эпицентр и оторвитесь не по-детски. Надеемся, что помогли всем героям нашей программы. А теперь настало время напомнить о нашем праздничном конкурсе. Условия очень простые. Все, что нужно, это забавная история о том, как вы встретили Новый год, или смешная фотография. Присылайте свои письма на наш электронный адрес morozsobaka.anaporegion.ru. При новогодней программе мы подведем итоги, и герой самой забавной истории или самой смешной фотографии получит отличный приз. А теперь настала пора прощаться. Увидимся в следующую среду в 19:45 на канале «Анапа Регион». Смотрите нас также на сайте anaporegion.ru. Всем пока!